Друзья, доброе утро! Сегодня 1 ноября, и у нас в Тоскане реально чувствуется осень. Вот я хочу показать Жене, моей подруге, отмечается ли Хэллоуин в Тоскане у нас. Но вчера какие-то действия были, детишки вечером собирались. Вообще так вот широко, скажем, этот день в Италии нет, не отмечается, потому что сегодня 1 ноября, сегодня День всех святых. Но для детей какой-то праздник все-таки вчера, по всей вероятности, здесь был. Что я когда возвращалась вечером, я видела, что детишек много было. А вот смотрите, даже что-то разбирают. Поэтому... Вот. Да-да-да, что-то было здесь. Прилавок вот такой стоял, видимо, какие-то подарки для детей. Вот здесь тоже у Лючии, я смотрю, у нее тоже ресторан ее украшен. Пойду-ка я кофе выпью, я кофе не пила сегодня. Друзья, добрый день из Кинчано Терми. Сегодня у меня наконец-то выходной день, и сегодня 1 ноября, и наконец-то есть возможность хотя бы один день отдохнуть, потому что предыдущая неделя, она была достаточно напряженной. И какая новость у нас у экскурсоводов Рима и Ватикана. У меня на прошлой неделе была экскурсия в галерею Боргезе, и там выяснился сюрприз, какого плана. Оказывается, вот после 20 лет работы экскурсоводом, конечно, это сюрприз, это удар некоторых под дых, что мы теперь можем проводить бесплатно, сейчас объясню, в чем дело, что значит бесплатно, экскурсии, если в галерее Боргезе, если у нас количество людей не превышает 4. У меня было 6 человек в галерее Боргезе, и мне на кассе сказали, что если я хочу проводить экскурсию, я должна заплатить туристический взнос 70 евро. Я обалдела, конечно. То есть 4 человека, это считается для них не группа, начиная с 5. Ну, то есть 5 вместе со мной, 4 человека плюс я 5-я, это группа, и я за проведение этой экскурсии должна отдать, то есть практически половину моей зарплаты, 70 евро. Это был, конечно, шок, это хорошо, что меня предупредил кассир о том, что имеет место быть вот такая вещь, и я договорилась с моими туристами, что мы делаем вид, что у меня в группе 4 человека, а остальные 2 человека, ну, они просто ходили рядом со мной. В галерее Боргезе там помещения не очень большие, залы, поэтому им было все прекрасно слышно. Но рядом со мной произошла, ну, такая ужасная история. Была одна немка, экскурсовод, у нее было 5 человек, семья, отец, мать и 3 детей. И она попыталась тоже сделать то же самое, но немцы, видимо, по своему характеру, они... более упертый у них менталитет, такой более квадратный. В общем, их засекли, что у нее не 4 человека, а 5. И подошла охранница, и она на нее... Сегодня гранатовый сок. Она на нее не просто кричала, она орала. Это был шок, потому что вообще всегда в галерее Боргезе сотрудники... Они отличались своей культурой, если была необходима какая-то помощь, они всегда помогали нам. И вдруг вот так вот все перевернулось на 100%. Все хотят денег. То есть, скорее всего, что они ведут к чему, что через какое-то время, может быть, там через год, может быть, через два, их собственные сотрудники будут проводить экскурсии в галерею Боргезе. То есть, если мы, лицензионные гиды, мы захотим туда войти, мы должны будем им платить мзду, потому что я называю это именно так, мзда. Это узаконенный рэкет. Причем, если у нас 90-е годы, но там отжимали деньги у кого, это были какие-то частные предприниматели, то тут галерея Боргезе, это все-таки это государственная галерея. И у нас лицензия государственного образца, то есть они не имеют на это никакого права. У нас профсоюз собирает деньги, 50 по 50 евро собирают. Я уже сдала свои деньги для того, чтобы нанять хороших адвокатов. То есть, скорее всего, что они будут делать? Их сотрудники будут проводить экскурсии, плюс еще, как нам сказали, они будут нанимать студентов якобы на практику, то есть студентов, которые изучают историю искусства, плюс знают иностранные языки. И они будут проводить там экскурсии бесплатно, а все вот эти денежки они будут забирать к себе. Но это, конечно, кошмар. Я понимаю, что это все от бедности, не от хорошей жизни. Кстати, то же самое уже потихоньку планируют сделать Колизей. Уже Колизей нам сказал, попробовали, но ничего не получилось, потому что адвокат заблокировал.
этот их план. Хотели что сделать? Чтобы мы каждый месяц платили по 20 евро Колизею, для того, чтобы иметь право входить туда. Я не заплатила, кстати. Кто-то заплатил, но результат был, все-таки заблокировали. То есть мы как ходили по лицензии бесплатно, так и ходим. Но, скорее всего, что они тоже захотят сейчас своих внутренних гидов и точно так же будут использовать и каких-то студентов бесплатно, им абсолютно наплевать на качество, главное, чтобы поставили деньги. Это от бедности. Ватикан тоже говорят, что через год закроют нам, то есть будут только либо собственные гиды Ватикана работать. Но я, например, не хотела бы соглашаться, даже если мне предложат, я не соглашусь, потому что они будут все на зарплатке, на окладе. Оклад 1200 евро в месяц, то есть за 1200 евро в месяц ты там будешь сидеть с утра до вечера, и вот сколько они там тебе скажут экскурсии проводить, столько и будешь. Нет, я на это никогда в жизни не соглашусь. Вот, но с галереей Бургезе, они всегда у нас были сотрудники галереи, 20 лет я их знаю, практически один и тот же состав работает, они настолько всегда были интеллигентными, если нужна была какая-то помощь, они всегда помогали, а сейчас, получается, те же самые люди, они изменились на 100%, смотрят на тебя косо, либо они чувствуют какую-то свою вину, и таким образом они просто пытаются атаковать первыми, чтобы, как это называется в шахматах, да, сицилианская защита, защита методом нападения, чтобы у тебя не было никакого желания их стыдить, тебе задавать какие-то дополнительные вопросы. Ну, в общем, мои туристы проскочили, вот я хочу сказать, провела 6 человек, и ощущение такое неприятное. Вот я лицензию получила в 1999 году как экскурсовод, а перед этим я где-то год работала, ну, без лицензии, нелегально, но... У нас просто в те времена было очень мало экскурсоводов, экскурсоводов катастрофически не хватало, поэтому многие так начинали. Но вот первый год, пока вот ты работаешь, ты боишься, что тебя остановит туристическая полиция, прячешься. И вот у меня в галерее Боргезе вдруг вернулось вот это чувство, ощущение, о котором я забыла еще 20 лет тому назад, уже у меня его, оно пропало. Когда ты стоишь, ты шифруешься, увидит тебя кто-нибудь или не увидит, ты проводишь экскурсию. Примерно то же самое было. В общем, я гид со стажем. Туристы заплатили за экскурсию, купили, забронировали на официальном сайте билеты, и они должны были тоже шифроваться, делать вид, что 4 человека, а там двое, они как бы сами по себе. Ну вот, а у немцев у них не сработало, это был кошмар, причем это произошло все в том же зале, где находилась я, когда подошла сотрудница, которая нам столько лет казалась вообще такой интеллигентной, милой женщиной, и она просто орала на вот этого немецкого гида, просто орала, как ты посмела, у тебя 5 человек, а там вообще крошечные дети были, ну как крошечные, 10 лет, 5 лет и 3 года. У нее в группе были туристы. Как ты посмел? Вообще дети, мне кажется, они вообще не в счет. Надо считать только взрослых, и причем только гид. Нет, у тебя 5 человек, это твоя группа, ты должна платить 70 евро нам. Это вот на уровне нашего рэкета 90-х годов. Это от бедности. Но я говорила и в предыдущем своем блоге рассказывала, что у нас просто вот эти ПДИ, пидорасы демократические, они отдали весь туризм итальянский немецким туроператорам. Вот. И сейчас такие пробелы в бюджете у них жуткие, поэтому они не знают, откуда брать деньги, в том числе и на музеи. Поэтому готовы даже у нас, у гидов, отобрать работу, лишь бы вот покрыть эти... Ну, это беззаконие. Я, в принципе, что хочу сказать, я, да, 20 лет работаю гидом, и я думала вот дотянуть до такой даты 25 лет. В Советском Союзе, по-моему, так было, да? 25 лет у тебя стаж, и потом ты уходишь на пенсию. Я мечтала, думаю, я проработаю гидом в Риме только 25 лет, и все. Ну и пока сын учится еще в университете. Я не хочу, в общем-то, работать больше гидом в Риме, это правда. Я устала, и сейчас такая у нас ситуация. Очень много, Рим просто переполнен туристами. Причем такой убыточный туризм для Рима. Это люди, которые приезжают на лакостах, на всяких... Даже из Латинской Америки такие лакосты стали прилетать. Такие вот самолеты, которые летят по принципу, как фишка ляжет, долетит до Испании или нет. В общем, Рим, он забит туристами. И в основном на 80% это убыточные туристы. И очень многие приезжают у нас такие даже, которые спят в палатках, в парках спят и так далее. В общем, они ничего абсолютно времени не тратят. Но они пачкают, конечно, очень сильно пачкают. Но они создают вот эту толпу. И им хотя бы надо войти либо в Колизей, либо в музей Ватикана. Толпа огромная, очень большой дискомфорт. У меня все-таки туристы другого уровня.
Вот, и у меня очень хорошо пошла Тоскана, очень хорошо. У меня прошлое воскресенье, у меня было две экскурсии по Тоскане с моими постоянными туристами, которые пришли ко мне по сайту, и с туристами, которые первый раз ко мне пришли, но тоже по сайту. Я сделала за прошлое воскресенье, 27 число, два этрусских музея, два города Кинчано-Терми, два Монтепульчано, две Пьенце с утра до вечера. Вот, я нормально хорошо заработала, поэтому я, в принципе, хочу весь туризм перенести сюда, потому что здесь люди, я даже смотрю, вот Монтепульчано, эти города, там люди совершенно другой категории идут, туристы, не еврогопники, потому что в Риме в основном туристы, которых я вижу, если говорить о европейцах, на 80% это еврогопники, вот. А здесь совершенно другой уровень туризма, поэтому я в любом случае буду переделывать все на Тоскану, потому что я хочу больше работать в Тоскане. Ну, вот такие у нас новости печальные, что касается Рима, поэтому дерут. Но сегодня у меня выходной день, сегодня как на даче, Тоскана прекрасна, и я сегодня гуляю целый день, а завтра, завтрашнего дня опять работаю, так до середины ноября. Всем хорошего дня! Друзья! Вот еще вчера, сегодня утром, я думала про эту виллу Боргезе, я думала про Ватикан, я думала про Колизей, про археологический парк. Пустят нас туда, нас, гидов, туда через год или нет. Прогулялась по Тоскане, по нашему городу, по Кинчано, выпила кофе, выпила гранатовый сок и подумала, пошлю его на небо за звездочкой. Это я про наши музеи. Какой же здесь релакс. Утро погуляла, как будто бы отдохнула целую неделю. Да здравствует Тоскана! Да, я знаю, беда не приходит одна, а как тень ходит след во след. Только если слова это просто вода, то глаза все равно ответ. Время тянется, или я спешу, но когда-нибудь я решусь. Пошлю его на небо за звездочкой. Конечно, все хуже может кончиться. Еще один мучительный день пройдет, и захочется, жить захочется. Пошлю его на небо за звездочкой. Конечно, все хуже может кончиться. Еще один мучительный день пройдет, и захочется, жить захочется. Да, я знаю, гроза, если гром прогремел, если небо уже дрожит, не вернется назад все, что было и нет. Да и сердце давно молчит. Я люблю его или просто умру, но когда-нибудь я смогу. Пошлю его на небо за звездочкой. Конечно, все хуже может кончиться. Еще один мучительный день пройдет, и захочется, жить захочется. Пошлю его на небо за звездочкой. Конечно, все хуже может кончиться. Еще один мучительный день пройдет, и захочется, жить захочется. Пошлю его на... Пошлю его на... И захочется, жить захочется. Пошлю его на... Пошлю его на небо за звездочкой. Конечно, все